второй этаж занимать же можно, да? Предохранитель не пасет, ты чё? Да я уже понял, я к нему и выстрелил. Блять, такой зверь у вас. Ну а то. У тебя? А, у тебя без мобэка? Да, да, да. Тогда прям в руки. Про нее. Про мою детку. Она что-то дефективная. 47 хромосом. Нормально. Лишней не бывает. А кто на второй этаж пойдет? Бомба в этом, в железе. А что нам с бомбой делать? Слышь, нам обезвреживать надо? Витя? Витя, обезвреживать надо? Бомбу обезвреживать надо или что? Понял. Короче, вот один.
Сидит. Ну, короче, с левой стороны там где-то. Минус 2, блядь, ты говоришь. Ну давай, короче, до Андрюхи. А потом? Потом. Здесь канава еще, но там не видно будет. Прямо так. И потом там можно по укрытиям. Давай сначала до этой бочки, потом дальше продвигаемся. Так тут просто пробегаешь сразу. Ну что, погнали? Слева вижу, там и покрышки. Всё, вырубил. Бомба обезврежена. Фу. Пикало, да. Подбежал тут дверь, открыл, выключил, все. Сколько оставалось? Не, некогда было. Смотри, чтобы сверху нас не сняли.
вижу, бля. Там калитка мешает. За вот этой деревянной хуйней, где вагон. Там чувак сидит за вагоном. За этой деревянной хуйней, где вагон. Дверь в вагоне он открыл. Там чувак, где вагон? Давай, я тебя попробую прикрыть. Влад, попробуй ползком до туда, по прямой. Влад, продвигайся.